Врученные представителям кузнецких многодетных семей комплекты документов включают в себя постановление главы администрации, акт приема-передачи объекта и кадастровый паспорт. Площадь каждого выделяемого участка – 10 соток. Как отметил первый заместитель мэра Кузнецка Владимир Трошин, земля может быть использована по усмотрению семей. Некоторые уже определились с тем, что будут делать с участками. А другие прикидывают, какое из решений окажется в итоге верным. У нашего папы есть мечта заняться стройкой. Я думаю, что мы на этом участке построим дом. Ну, уже так прикинули, что у вас какой там дом будет? Ну, у нашего папы есть уже несколько вариантов проектов. Вот, ну, думаем, что дом будет достаточно большой для того, чтобы хватало места всем детям. И у меня даже есть мечта, чтобы этот дом был с зимним садом, чтобы можно было там выращивать цветы. Ну, пока еще нет, мы пока еще не думали, но, услышав сегодня много перспектив об этих земельных участках, о школе, о детском саде, то есть очень нас заинтересовало такое предложение. Перспективы, о которых упомянула мама четверых детей, в том, что начинается реализация программы застройки микрорайона «Взлетный», где многодетным семьям выделяются участки. По информации Владимира Трошина, в стадии изготовления находится проектно-сметная документация подведения инженерных коммуникаций к территории бывшего аэродрома. Следом должны приступить к работам по прокладке газопровода, водопровода, линий электропередач. В планах значится строительство на Взлетном объектов социальной инфраструктуры. Всего микрорайон должен быть разбит на 500 участков для индивидуального жилищного строительства. На треть из них уже выданы документы многодетным кузнецким семьям. Счастливых обладателей земли на церемонии вручения документов поздравили и поблагодарили представители власти. Мы благодарны вам за то, что вы растите детей, воспитываете. Конечно, те и душевные, и физические нагрузки, которые выпадают на ваши семьи, они колоссальные. Мы считаем, что вы граждане своей российской страны, Российской Федерации. Вы просто молодцы. Вы молодцы, что вы не просто программу демографическую выполняете, а вы растите хороших людей, которые будут где-то под старость вам под спорьем, будут любить, помогать вас, вы не будете одинокими людьми. Здоровья всем, удачи и благополучия. Бесплатное предоставление многодетным семьям участков земли под индивидуальное жилищное строительство стало возможным с 2011 года, когда в Земельный кодекс Российской Федерации были внесены соответствующие изменения.